На биотехнологическом факультете осуществляется подготовка высококвалифицированных кадров по трем специальностям. Все наши специальности очень актуальны, востребованы. В этом вы можете убедиться, посмотрев вакансии на рынке труда. Ну и, как всегда, возникает вопрос у родителей, абитуриентов, что же даст заветный диплом, который вы получите после окончания нашего факультета и нашей академии. Данная специальность позволяет нашим абитуриентам занимать руководящие посты на сельскохозяйственных предприятиях, непосредственно руководить, быть главным технологом производства животноводческой продукции на свиноводческих комплексах, птицефабриках, селекционно-гибридные центры, племпредприятия, племенные заводы. Ну и так можно перечислять очень много предприятий. Конечно же, многие становятся впоследствии руководителями не только сельскохозяйственных предприятий, а районного, областного уровня и министерств. Студенты по специальности зоотехния, срок обучения 4 года. Они на первом курсе могут выбрать непосредственно направление для углубленного изучения по следующим специальностям, специализациям. Это биотехнология и селекция, производство продуктов птицеводства, технология первичной переработки продукции животноводства. И в этом году у нас открыто новое направление, это кинология, непродуктивное животноводство. Что дает специализация или направление? Это углубленные знания. Ну, если взять последнее новое направление, студенты первого курса написали наибольшее количество заявлений на данную специализацию. И она позволяет изучить углубленно кормление, содержание собак, непосредственно дрессировка, профилактика болезней собак. И это позволяет в дальнейшем связать свою судьбу непосредственно с работой в кинологических центрах, МЧС, пограничные войска, ну и заниматься дрессировкой собак. Следующие две специальности, ветеринарная фармация и ветсанэкспертиза, образование по данным специальностям можно получить только в нашей академии. Другие вузы республики не имеют возможности предоставить данное образование. Провизор ветеринарной медицины, квалификацию, которую получают наши студенты, позволяет работать на фармацевтических предприятиях Республики Беларусь по производству ветеринарных препаратов. Это контрольно-аналитические лаборатории, рынки, лаборатории рынков, непосредственно все сети аптек ветеринарные, которые имеются, огромное количество в Республике Беларусь. Специальность ветсанэкспертиза, квалификация ветеринарно-санитарный врач, позволяет работать на перерабатывающих предприятиях, мясокомбинаты, молокозаводы, непосредственно все продовольственные рынки Республики Беларусь, таможня, лаборатории. Ну и по всем специальностям студенты, которые проявили склонность к научно-исследовательской работе, возможность получить работу в научно-исследовательских институтах, высших учебных заведениях, средних специальных. Наши студенты, уже начиная с первого курса, могут заниматься научно-исследовательской работой. На кафедрах созданы кружки, лаборатории, позволяющие раскрыть все возможности и в дальнейшем связать свою судьбу, продолжать обучение в магистратуре, аспирантуре и стать ученым. Студенты нашего факультета имеют возможность пройти стажировку и пройти практику за рубежом. Уважаемые абитуриенты, мы всех вас ждем в нашей академии на биотехнологическом факультете. До встречи!